Исаак Ревеку повстречал. И вот, в конце концов, Господь супругам даровал двух славных близнецов. Был первый сын богатырем, и звался он Исав. Он был огромен и силен, и телом волосат. Второй – Иаков, ростом мал, но верою велик. Поэтому Господь избрал второго из двоих. Однажды вечером Исав был голоден и зол, и, ничего не отыскав, к Иакову пришел. Я дам еду, а ты отдай мне первенство свое, сказал Иаков. Что ж, пускай, теперь оно твое, ответил брат. Что толку в нем, коль пусто в животе? С тех пор тянулись день за днем в трудах и суете. И как-то раз Исаак позвал Исава в свой шатер. «Я умираю», — он сказал, — «туманится мой взор. Сготовь мне кушанье, сын мой, которое люблю, и я, пока еще живой, тебя благословлю». Но первородство, честь презрев, ради куска еды Исав свершил великий грех, и вот его плоды. Господь устроил дело так, что сына не узнав, Иакова благословил Исаак. Ни с чем ушел Исав.